В этом году отопительный сезон затянулся на 3 недели, поэтому отключения горячей воды, которые должны были идти поэтапно, начались одновременно в нескольких районах Перми. Специалисты компании «Т-Плюс» синхронизируют свои действия с ремонтами на внутридомовых сетях, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Впереди у нас работы еще много. На данный момент 1600 объектов отключены. Из них в плановых сроках большая часть. Где-то мы перешагнули 14-дневный срок, который нам определяет законодательство. Но это вынужденная мера. Мы должны это сделать, потому что качественное проведение гидравлических испытаний – это надежное прохождение предстоящего отопительного сезона. Важно сейчас устранить эти повреждения, потому что если мы не сделаем сейчас, а будем это делать зимой, это будет иметь более тяжкие последствия. Опрессовка должна пройти в 6000 зданий Перми. Т-Плюс отвечает за 4500 объектов. Сейчас энергетики компании минимизируют неудобства. Одна из мер – это синхронизация работы энергетиков с ремонтами на внутридомовом контуре. Это позволяет сократить сроки ремонтных работ и, возможно, возобновить подачу горячей воды раньше заявленного срока. Минимизация происходит путем частичного включения, зачастую, когда есть возможность запитать с другой стороны, либо при модернизации тепловых сетей, то есть реконструкции, укладываются временные трубопроводы, чтобы потребители как можно меньше ощущали дискомфорт. Энергетики отмечают, что если после завершения гидравлических испытаний горячей воды все равно нет, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Плановая дата завершения всех работ – 1 сентября.